Добрий вечір, шановні колеги. Ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Вашій увазі головний тренер команди «Зоря» Луганськ Віктор Скрипник. Пане Віктор, будь ласка, ваші коментарі по сьогоднішньому ігрі. Вчора в Києві не завжди виграєш, і це рідко случається, але дуже радий тій побіді, що ми сьогодні добили. Я не можу сказати, що не случайно. Главная игрока, который сработал на 100%. Мы стараемся играть полностью себя, а не на соперника. Если соперник начинает перестраиваться и подстраиваться под нас, то уже не шага того, чтобы ты уже играет не то, что как всегда. Мы знаем сильные стороны соперника. Динамо Киев — это наше зеркало, можно сказать, да, украинского футбола вместе с Шахтером. Так что эти ребята всех знают. Сильные слабые стороны, хотели играть свою игру, только рисковали, один в один, оставляли сзади, и играли впереди, один в один, не садились. Про автобус у нас в команде, мы не знаем, что это такое, как называется. Играем смело, так я поздравил свою команду, будут выигрывать. Они, конечно, бесконечно рады. Сьогодні здавалося, що гравці «Зорі» не є класом гірші за гравців «Динамо». Ви можете сказати, що це справді так? Що це, ну, там, рівень гравців обох команд є рівним? Я внесу так чуть-чуть психології, да. Коли ти дивишся на себе, ти готуєшся, да. Фокусуєшся тільки на тих ділах і на тих ситуаціях, які у тебе в команді, які наше практичне построєння і наше движення без м'яча. Наши идеи, наши принципы, да, когда мы владеем мячом, наши принципы, когда мы не владеем мячом, как мы играем, против этой или той тактики. Да. Вот это то, что мы последние 5 месяцев, да, можно сказать, начинали. И вот, вот этот результат, который сейчас есть, не говорю, что мы будем дальше так все происходить, и мы будем всех обыгрывать. Но еще раз говорю, когда играет команда против нас в вот, футбол, матч получается, мне кажется, даже не только мне понравилось, как и болельщикам. Вообще такой открытый футбол, где команда играла на победу. Может быть, в каком-то моменте, где мы стушевались, когда получил красную карточку соперник, и у нас как-то даже растерялись. Да? Мне кажется, нам было легче, если было там всего 11-11 игра. Но это уже все прошлое. Мы рады 3 очкам. Но психология – это одно из важнейших, да, потому что ничего нет невозможного в футболе. Вот вы сами назвали команды, когда они проигрывают, так что Киев когда-то проигрывает. Вот, вот мы сегодня этот день поймали, мы обыграли Киев в Киеве. Так что мы рады, жизнь продолжается. Жалко, чемпионат не заканчивается на этой игре. Нам надо еще играть и играть. Так что мы боремся, как можем, и хотим быть там, где мы сейчас. Артем Жуковский, Динамо Киев. Вы сказали, что изучали слабые и сильные стороны Динамо. Могли бы вы сейчас сказать, на какие болевые точки, на какие слабые места Динамо удалось надавить, чтобы добиться победы? Ну, если вы заметили, мы играли с двумя нападающими, которые играли в центральных защитников. Да? Когда Динамо Киев прессингует, то эти защитники, они поднимаются высоко. И тогда получается, вот я Юрки выстроил форварды, когда при правильном открывании у тебя есть возможность эту скорость использовать. Да? Мы не говорим, что мы стояли и выбегали, но мы планомерно вот, знали, что делать. Да? Движение без мяча – это одно из таких правил, которые мы на это, и я на это обращаю внимание, что в данной ситуации нужно делать не только тому, кто забрал мяч, или рядом кто стоит игрок, а те игроки, которые уже впереди. Да? Вот они нам не дали, они давили, и вот идет подбор, идет убегание уже в свободное. Оно так со стороны вроде как все простенько, но это действительно такая трудоемкая работа, и макеты, и видео, и тренировки,
саду берем, вводим и разговариваем. Так что это все следствие того нашей работы. Еще раз говорю, большой комплимент моей команде. И главное, чтобы приходит результат, чтобы команда верила. Играем, как бы смотрится, выигрываем. Они уже хотят завтра тренироваться, хотя я им даю 2 дня выходных. У нас мы знаем, с кем мы играем сейчас. Шахтер. Все, в горе ничего невозможного нет. Будем готовиться, будем заниматься. Дякую. Будь ласка. Максим Шилин, 112 ЮА. В первом тайме, в начале первого тайма было очень много моментов и подводила реализация. Это уже не первый раз так происходит. Потом у «Динамо» один удар, один гол. И видно было, что к концу первого тайма «Динамо» не приспособилась к стилю игры «Зри». Что вы сказали в перерыве, какие мысли коррективы? Вы предупреждали им, что дальше так играть не получится? Ну, а получилось, да, если мы смотрим на результат. Мы так и играли, как и играли в первом тайме. Качество игроков, да, «Заря» Луганск, при всем моем понятии, да, это те ребята, которые когда-то где-то кому-то не были нужны, да, тот же Громов, в Киеве сейчас он играет в «Заре». Вот у него надо, чтобы один забить был, надо 3 момента. Я ни в коей мере не умиляю его достоинства, но вот классный футболист, который забивает с одного момента гол, он не стоит больших денег. У нас команда малобюджетная, у нас большой энтузиазм, большие цели, большие мысли, там, мечты. Мы стараемся, что мы можем. Еще раз говорю, мы не хлопаем, там, нос не поднимаем, мы остаемся 2 ногами на земле. От ситуации к ситуации, от игры к игре, мы играем свой футбол, который моей команде нравится. Придите к нам на тренировку, посмотрите. Да, главное отношение, главное хорошее понимание того, что где мы находимся. Мы находимся в Примах, да, как по-украински, правильно сказать, Запорожье. Да, у нас болельщики ходят, но не так, как, может быть, ходили в Луганске. Так что мы команда, которая, мы не единственная, конечно, живем не у себя дома. Да. Но еще раз говорю, у нас есть наши болельщики, мы бесконечно рады, сколько бы ни приходило, мы хотим их радовать, и даже после поражений нас поддерживают. Так что качество, эффективность, конечно, любой тренер бы хотел, чтобы из ничего делали из головы, но еще раз говорю, для того, чтобы эти моменты создавались и были, нам надо вот столько бегать, столько работать. Может быть, в будущем оно чуть-чуть качество перерастет действительно количество. Дякую. Будь ласка, запитання. Вадим Адаменко. Вопрос интересует по поводу Желя Бухана. Его вынесли. Есть ли информация по его повреждению, первый? И второй, следующий матч с Шахтером закрывает календарный год. Команда истощена или все же ребята готовы на полную отыграть этот матч? Спасибо. Это только покажет время. Спасибо за вопрос. Про Бухану скажу, что у него там спазм мышц был в животе, да, вот он понял, что там не то, да, и не хотелось рисковать, чтобы я не думаю, что будет правильно, если игрок уходит после игры и он показывает, что он вообще не устал. Ну, тогда не надо футбол заниматься, еще тем более обыграть Киев, надо из себя все вышить, что моя команда сегодня и сделала. Может быть, если бы мы сыграли просто на 100%, мы бы сыграли ничью и проиграли в один мяч. Нас бы тоже хвалили, говорили, хороший открытый футбол. Но то, чтобы обыграть их надо, надо через себя переступить. Вот что сегодня моя команда. Дякую. Виктор Анатольевич, спасибо за воспитание украинского футбола. Большое вам спасибо, что вы вернулись в украинский футбол. В одной из песен есть такие слова. Есть одна у летчика мечта – высота. Какая мечта у вас, как у тренера? Спасибо. Я скажу, знаете, как чуть-чуть так, перефразирую философски. Да? Я там был уже, да. Я не стремлюсь никуда уехать или что-то тренировать себе, естественно. Я хочу удовольствие получать от работы, которую я сейчас имею. Да? Ту возможность с командой такой, с такими ребятами, которых я сейчас имею, да, у себя в команде. И вот это для меня очень ценно. Еще раз говорю, мы ни на кого не смотрим, мы смотрим только на себя. Мы хотим быть той силой, которая есть. Заслуженный что-то, чтобы выиграть, это значит команда заслужила. Не заслуженный, чтобы не стараться, будем следующий шаг, стараться сделать следующий сезон.
Пикули — это хорошо, конечно, но их прогнозировать нельзя. Им надо готовиться, им надо, вот как и мы, раньше, каждый шаг улучшать. Ну, я не думаю, что у нас будут всегда такие феерические игры. Будет где-то, что и болельщикам не будет нравиться, и нам. Так же самое игроки мои переживают, когда что-то не получается. Так что жизнь продолжается, мы работаем, и потом покажем будущее, где мы приземлимся. Спасибо.